Владимир Огнев, заслуженный артист России, солист многих российских и зарубежных театров. Его голос звучит в Японии и Ирландии, Италии, Ливане, Германии, Испании, Франции, Голландии, Англии и других странах. Оперный репертуар насчитывает более 30 оперных партий. В 1992 году Владимир удостоен гран-при фестиваля «Большая медведица» как драматический актер за роль медведя Григория Степановича Смирнова в «Водевиле «Медведь», который впоследствии был экранизирован. Главное, сильно действующее, с позволения сказать, лицо нашей истории – Григорий Степанович Смирнов. Зачем, зачем любить? Зачем, зачем страдать? Не лучше ли вольным быть и песни развивать? Не лучше ли жизнь свою свободно проводить? Зачем, зачем страдать? Зачем, зачем любить? Творческое кредо артиста – безукоризненное и виртуозное владение самыми разными стилями. Особое место в его творческой биографии занимает дружба и сотворчество с режиссером Юрием Шерлингом. Это в первую очередь трагичная и сложнейшая роль Шолом Бера в мюзикле «Черная уздечка белой кобылицы». Владимир Огнев с удовольствием исполняет и современную музыку. Мне рассказывал тихий еврей Павел Ильич Лавут. Только что вышел я из дверей, вижу, они плывут. Глядя на ноги, шагом резким шел Франкель в черной черкеске. Владимир много гастролирует и как концертный исполнитель. Каждый романс, каждая песня в его исполнении – это всегда целый спектакль.